Сегодня состоялось внеочередное заседание Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Среди ключевых вопросов повестки – назначение даты внеочередной конференции, на которой будет выбрана кандидатура от партии на должность главы муниципального образования город Ноябрьск, председатель Ноябрьской городской думы. Напомню, Анатолий Крылосов, который возглавлял представительный орган Ноябрьска последние 4 года, 26 февраля сложил полномочия. В ходе заседания присутствующие определились, что внеочередная конференция состоится 7 марта. Ее проведет председатель местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкей. Нашим политсоветом внеочередной конференции предложено две кандидатуры. Это Коломийцев Артур Витальевич и Антонюк. Голосование будет проходить тайным голосованием. Это прописано в уставе.